Земля от света повернет во тьму. Вот смотрите, вот тот Иван, который меня по морде, ну, он вежливо, но вы, ну, это, знаете, это анекдот, нет? Почему я вспомнил анекдот, слово вежливо, сразу замкнуло в голове. Значит, едет, нет, мужик перебегает, приходит домой и говорит жене: ты представляешь, какие водители стали? Ой, какие они стали вежливые, какие они стали предупредительные. Вот, и фамилию нашу всех знают. Да, как это случилось? Да я дорогу перебегал не по ложному месту. А тут скрип тормозов, выскакивает, выглядывает водитель и говорит: для вас, козлов, фамилия Козлов, для вас переходы построены. Вот. Так вот, может быть, поняли, не поняли, аналогию с этим. Значит, вот для нас всех, козлов, извините, это я себя отношу, вот это придумано, так, и вот это придумано. Это не просто питомник, а научный. 8 кандидатов наук. Вот они до сих пор учат убивать. И абрикос. Вот. Я просто хочу сказать, для нас, как козлов, вот это вот придумано. Так. И вот, Иван, вот как я могу это терпеть? Ведь дать право им вот этим продолжать заниматься невозможно. А и для того специально, чтобы вы, я же готов к вебинару, чтобы вы не говорили, что я других оскорбляю, хотя меня считают мягким пушистым. Я сказал, не сказал, что они козлы. Заметила, Елена? Я сказал, для нас козлов, вот, считая нас козлами, вот это вот придумали агротехнику. И вот это. А это для кого? Для нас козлов взяли, изувечили. Это лиственница. Еще и побелили. Вот. То вот смотрим дальше. Я не удержался, это абакан. Ёлки. Ель. Здесь детский сад. Это точно ель. Нет, лиственница. Лиственница. Ну, я это, угу. Таёжник или где. Так вот. Это сделано правильно. Я работал в двух садиках, я рассказывал. Так. Я отвечал, в том числе, я бывший этот самый ведущий инженер. А в садике я занимался, ну как сказать, безопасностью детей. 3000 в месяц нормально. Я сам ходил с этим, с пилкой, с ножовкой. Вот. И сделал, вынужден был, плакал, но отрезал все. Потому что дети не нравятся. Не натыкались глазами. Вот. Но белить-то было зачем? Вот здесь. Я бы не дал белить. Но я за два садика отвечал. А здесь-то что? Вот эта дурь продолжается. А вот это я уничтожил в своем саду на днях. Видите, апрель. Почему? Страшные иголки, и все это должно было детям в глаза. Они бегают как бешеные, а их тут бывает по 5, по 6, по 7 человек. И я вынужден был уссурийскую грушу изувечить в прямом смысле. Только ради детей. Единственное у меня утешение, убить ее невозможно. Рано ее замазал, зеленой масляной краской, очень такой густой. Вот. Это не убьешь ничем. Только это, сгноить. Но гноить она не собирается. Вот. Еще немножко времени. Смотрите. Ну не могу я. Обрезка плодовых деревьев летом. Ну кто их летом-то обрезает? Да вот они не просто обрезают. Иван, я к вам обращаюсь. Как вот тут не это, что Железов злой такой, ух-ух-ух. Ну как, им же их надо морду бить, я образом, ну не напрямую образом. Они, им надо лайки, вот они просят лайки, поставьте мне лайки, поставьте. Ведь обрезка летом, сразу просыпание почек. Те, которые должны проснуться, вот как этого не могут понять? И ослабление морозостойкости, потому что они уже никогда не созреют. У почки есть период. В июле, июльский, в августе, августе. Вот в июле взял, обрезал. Так. И она уйдет зимой. Вот почему я это знаю, а вот этот не никто. Вот я перед вами оправдываюсь. Вот. Пусть они, ну так как-то было сказано. У них свое мнение, пусть это так и будет. Но ведь это же смертельно. Вопрос только в количестве отрезанного. Если одно из отрезанных дерево, может и не погибнуть. А если резать молодое дерево?
10%. Ему уже месяца не хватит, чтобы выздороветь. Это все считается как? Как количество почек можно считать, отрезанных оставшихся, так, в процентах. Можно считать количество листьев, а можно считать массу веток. А это не все. Коловидные деревья, новинки. Но на свете Бекер – это подлая, самая подлая фирма, которая должна уже 20 лет даже в тюрьме сидеть. Миллионы, миллиарды денег. Повторяю, почему это не идет в школу? Почему одна единственная школа садит Маяковский? Там они от Антонины Ивановны всему научатся. И что к дереву нельзя подходить. Коловидных деревьев в природе нет. Если брать дерево, заявленное как коловидное, то даже яблонь таких нет, как коловидное. Из боковых веток на штамбе на второй-третий год исчезают все плодушки на штамбе. Даже на яблонях, ну 4 года максимум. А заявлено 15 лет, урожай, вот. А подвой-то тот самый, который гниет. Покажите мне 15-летнее дерево, где-нибудь делают там это. В Смоленске. А их там нет ни одного дерева. Вот. Я из-за этого еще. Вот. Еще тут что-то было. Ну, про это я не знаю, про описание. Что посадить под грушу? Да ничего нельзя посадить под грушу. Смотрите еще одно. И главное, это же было недавно, все смотрите. Обрезка абрикоса в августе. Очень важная причина. Иван, не идиот ли тот, кто это придумал? Перед зимой мало того, что мороз, он засыпать не будет. Сразу программа срабатывает, появится или почки набухнут, которые должны были сбросить лист, почка, сбросить лист и уснуть, или набухнут, или даже, да я уже сколько показывал зацветающих, 126 вебинаров. А этих, понимаете, сейчас девчата из Тимирязевки. Ну, пожалуйста, поверьте, что этого делать нельзя, во-первых. Во-вторых, это, как говорил этот самый Папанов там в кинокомедии, мы всем этим самым, значит, будем беспощадно бороться с расхитителями. У нас расхищают деньги у миллионов людей. Помогайте. Я Латинков умер, я сейчас один воюю. Один на всей стране. И не только в стране, во всех странах. Обрезка абрикоса в августе. Ну. Ой, время наше вышло. А вот оно. Сосед летом вырвал слива, они зацвели. Помните, я вам показывал фотографии? Помните? А вот это яркий пример. В середине лета у меня обломилась веточка. Сразу зацвела. А должна была следующим летом зацвести. Почему? Инстинкт сработал. Нельзя резать. А это я уже не выдержал. Иван, опять Железов думали такое, добренький, все о нем мнение сложилось. А да, мнение такое сложилось, даже несмотря на эти, на такие, эти. С тебя бы садиться кожу содрать, идиоты. Фу. Я обещал мне это. Но как выдержать-то можно? Иван, может быть, все-таки это. Я не самый-самый. Когда поливать под дождем? Это какой идея этот самый? Идеальный человек взял и заставил ее поливать штамп, а? Гноить его. Какой человек придумал белить его, чтобы оно быстрее сдохло? Яблоневые деревья. Они эти, почему яблоневые? Переносят это на все деревья, но яблони больше всего. Вот. Знаете, что здесь написано? Хотите? Сейчас покажу. Яблони требуют строгого соблюдения поливного режима. А ты у природы спросил, кто придумал этот режим? Грунт пропитывается влагой на 8 сантиметров. Идиотизм, потому что никто не видел, где корни расположены. Вот. Для взрослых экземпляров на 30 сантиметров для молодых деревьев. И тут еще было про... Сейчас. Полив яблонь производится всего несколько раз в сезон. Я обычно пишу, это не первый раз. Просто я не могу, а это уже все, уже проходили эту тему. Бах, появляется опять. Опять лайки подай. Вот то, что вас учили, вот, господа из Тимирязевки, выпускники Тимирязевской академии, да, кандидаты и прочие наук, вот, вас учили. Все это теперь
Ну, в принципе, неправильно. Но это ладно, можно было пережить. У тебя не все же берут книгу, не все сейчас перестали читать. Но в интернете это тысячекратно вот этими вот лайками увеличено количество этих самых. Они вопиют, они везде и всюду. Они, это смотреть страшно, все эти советы. На что где поливать? Выпей залпом. Сейчас. Выпьем залпом ведро воды. Остался жив. Остался жив? Нет, если остался жив. Тогда не учи убивать помощника, кормить все дерево. Задайтесь вопросом, зачем дерево отводит влагу на периферию. Ну ладно. Вот. Как вырастить абрикос из косточки? И заглубить его на 6 сантиметров. На 6 сантиметров. И уничтожить. Еще одна публикация. Я уже сотни у меня уже. У меня уже это целое, как это называется? Там? Коллекция. Да, коллекция. Это я называю уже геноцидом против деревьев. Ладно, друзья, мы закончили, так? Вот, дальше я буду реже вспоминать выпускников или того же Ивана. Новые придут им на замену. Так, а мы сейчас с вами делаем 5-минутный перерыв. Но для начала мы с вами переходим вот сюда. Вопросы-ответы. Вот, причем я сделаю хитрость, заставлю отвечать Елену Александровну. Ну, попрошу, в смысле, попрошу.